Здравствуйте. Сейчас это мое интервью, или, как сказать, выступление, наверное, будет больше похоже на обращение. Это обращение к тем, кто является владельцем саун, бань, гостиниц. Сейчас у нас грядет лето, и я обращаюсь, значит, параллельно и к владельцам туристических баз. Мы очень, скажем, легки на подъем. И если вы захотите заключить с нами контракт, договор на то, чтобы мы посещали ваше заведение для оказания услуг вашим клиентам, вот, мы готовы откликнуться на ваше предложение. После, конечно, обсуждения этой темы мы скажем свои условия, вы скажете то, что хотите видеть вы. Вот, потому что я думаю, что приглашение к гостям девушек легкого поведения — это, наверное, уже не модно. Вот, и не всем это нужно. Сейчас многие предпочитают свое здоровье беречь. Поэтому мы предлагаем вам хорошую альтернативу, которая снимет сексуальное напряжение с ваших гостей. Тем не менее, абсолютно никакой порнографии, никакой грязи. Все очень культурно, чисто и эротично. Вот, наш аромарелакс позволит остаться довольным вашим гостям. Они могут захотеть посетить неоднократно ваше заведение, и благодаря нам тоже, потому что качество наших услуг гарантированно хорошее, люди у нас работают порядочные, никогда ваши клиенты не будут ни ограблены, ни, так сказать, кинуты каким образом. И, конечно, мы хотим тоже каких-то гарантий с вашей стороны, но я думаю, мы сможем договориться, если вы обратитесь к нам с таким предложением. Звоните нам, мы ждем. Оставайтесь всегда с нами, приходите, посещайте нас, ваш Aroma Relax.